Привет, друзья! Сейчас в продаже появились очень удобные одноразовые перцемолки с перцем. Вот такая перцемолка, заправленная черным перцем горошек. Очень, в общем-то, все положительно, кроме одного. Цена на нее достаточно высока. И получается, что когда перец закончился, вот как здесь у меня, то все, бутылочку выбрасываешь и нужно покупать опять такую же. Производитель сделал все возможное, чтобы вот эта вот сама перцемолка не разбиралась. Я пробовал раскручивать, пробовал дергать, никак не снимается. Но выход есть, я нашел выход. И заправить такую перцемолку очень просто. Для этого нужен просто обычный фен. Либо строительный фен, либо домашний фен. Грею феном, смотрите, вот эту нижнюю часть, вернее не нижнюю, а среднюю часть горлышка. И немножко грею пластмассу. Сейчас она нагреется, станет теплой. И перцемолка легко откроется. Нужно, чтобы нагрелось и стекло, и пластмасса одновременно. Ну вот, достаточно. Смотрим. О! Опс! Элементарно открылось. Теперь можно заправить обычным дешевым перцем круглым. Закрываем обратно. О, закрывается она вообще легко. И все. Перцемолка снова готова к работе. Спасибо, что смотрели мое видео. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.